Знаете, я никакого отношения к этому. Это распоряжение председателя суда. Я не знаю, я не видел никаких распоряжений. Я тоже не видела. Мы считаем, что это не просто судебная ошибка, это заведомо неправосудный акт. Это продолжение преступной расправы. Наше реагирование будет соответствующим. Процессуальное, публичное. Вот. К президенту обратимся обязательно, ко всему миру уже обратились, и весь мир уже реагирует.